Мне там тройня, что ли? Нет, четвертня. Ох, скоро рожать. Так что не удивляйтесь. Не, ну как скоро? 20... Сколько мне осталось-то, господи, помню, я не знаю, сколько мне осталось. 20 с лишним недель. 26? Нет. Нет, подожди, 40 минус 11. Сколько будет? 30. 29 недель осталось. Шуть какая. Хотя бы считать не разучилась. О, мама. О, а что, уже запись идет? Ух ты. Все. Сижу. А, мои дорогие друзья, всем привет. Значит, сегодня очень короткий ролик. И не обижайтесь. Я выложилась вся просто буквально на своем канале Boosty. Засняла там мега интересный классный ролик. Вся правда, о чем в описании посмотрите название и поймете. Вот, очень откровенный, очень личный, очень интимный, интересный, возможно, спорный, так как я уже поднимала эту тему и поняла, что люди либо убьют меня за это, либо очень сильно полюбят. Вот, в любом случае, этот ролик я создавала для того, чтобы ответить на ваши вопросы, в том числе рассказать о том, что было. Вот, мои дорогие друзья, вы не обижайтесь, пожалуйста, на меня, что здесь сейчас я редко записываю полноценные полнометражные ролики. Я продолжаю работать блогером. Я пишу статьи на Дзене. Сегодня вышла очень интересная тоже статья на Дзене. Если не хотите идти на Boosty, сходите хотя бы на Дзен. И вот эта вот статья, это я показывала ссылку на нее, а вот она сама. Она сегодня была опубликована на Дзене, и, конечно, я там тоже жду ваших комментариев. Ну, а сейчас я заканчиваю этот видеоролик, потому что мне некогда. Мне надо идти работать на ферме. У меня куча переработки, и мы забили трех поросят, которых нужно сейчас будет разделывать и готовить всякие вкусняшки для своей семьи. Ну что ж, увидимся на стриме. Пока!